сожалению, народ поверил этим слухам, и началась волна вопросов. Мы никогда не отключали и не предполагаем отключать, как это ранее кстати сказал. У нас нет никаких договорных отношений. На законодательном уровне мы не имеем этого права делать. Никакого отключения не было и не будет. То есть у потребителей всегда есть возможность в системе Каспи, в банкомате по приему платежей выбрать, за какую услугу точечно он хочет оплатить. Это первое. И второе, вот представитель Меркосатура тоже хотел сказать, что наши сотрудники, так точно так не буду говорить, потому что откуда все из социальных сетей? Нет, наши сотрудники том, что понимают. Я сразу же оговорил, что это идут где-то слухи, где-то кто-то в комментариях написал. Да, я сходил в базу, мне так сказали, да? Да, дело в том, что я могу говорить только о тех фактах, которые известны мне. И я сказал, что это все голословно, что да, действительно у нас были несколько таких посещений, в которых было сказано, что за услуги ТБО будет произведено отключение. Но мы, соответственно, тем, кто приходит, мы им объясняем, мы им показываем законодательно, какие основания, что оснований нет, что вы не беспокоитесь, этого быть не может. Да, мы тоже так объясняем всем сотрудникам. И сотрудники тоже так не могут говорить об больнице, однозначно. Это все слухи, домыслы, каждому фантазировать дальше сам.